20-летнего жителя Петропавловска осудили за распространение наркотиков. В прошлом году он сделал 13 закладок психотропного вещества, известного как соль, общим весом 5,27 грамма, что относится к особо крупному размеру. Суд вынес ему минимальное наказание в виде 10 лет лишения свободы. Сейчас наркозакладчик отбывает наказание в учреждении уголовно-исполнительной системы максимальной безопасности. Всего с начала года в области зарегистрировали 122 наркоправонарушения. Из них 49 фактов сбыта. Изъято 685 килограммов различных наркотиков, из них свыше 20 гашиша и свыше 1 килограмма синтетики. Сорок 48 служебно-розыскных собак состоят в подразделениях полиции области. Из них 24 содержатся в Центре кинологической службы областного департамента полиции. Большая часть, 16 служебно-розыскных собак, обучены следовой работе. Среди них немецкая овчарка «Альфа», одна из лучших в данном направлении. В прошлом месяце она помогла в сжатые сроки вернуть пенсионеру похищенный металл. Краденое изъяли и вернули владельцу. В тот же день оперативники установили подозреваемого. Всего с начала года четвероногие полицейские в Северо-Казахстанской области помогли раскрыть 72 кражи. В последние годы служебные собаки активно используются для розыска синтетических наркотиков. За 6 месяцев они помогли изъять свыше 764 граммов таких веществ. Вот на месте устранили. Смотрите, повнимательно, все хорошо, вот за подсветкой смотрите. Все возьмите. На пиросах. За 2023 год полицейские СКО зафиксировали порядка 130 ДТП, в результате которых погибли 17 человек и почти 180 получили ранения. Часть автоаварий происходит из-за нетрезвых водителей. Такая практика учащается в летнее время, говорят стражи порядка. Недобросовестные отдыхающие пренебрегают правилами безопасности и садятся за руль в состоянии опьянения. Так, за 6 месяцев текущего года за управление транспортным средством в состоянии алкогольного либо наркотического опьянения задержано 527 водителей. При этом только за прошедшие 3 суток текущего месяца в ходе проводимых рейдовых мероприятий задержано 7 лиц, управляющих транспортным средством в состоянии алкогольного опьянения. Нетрезвые водители выявляются ежедневно. Каждый такой факт – это вовремя предотвращенные трагедии, говорят полицейские. Уважаемые водители, напоминаем, что за управление транспортным средством в состоянии опьянения предусмотрена административная ответственность по статье 608 Кодекса Республики Казахстан об административных правонарушениях, где мерой наказания является лишение права управления транспортным средством сроком на 7 лет и административный арест 15 суток. Количество автотранспорта на загородных трассах достигает пика. Кроме больших грузов и автобусов, увеличивается и транзитный поток легковых автомобилей. Горожане едут на каникулы в села и курортные зоны. На этом фоне возрастает риск совершения ДТП. Нарушение скоростного режима, использование за рулем телефона, а также сон за рулем – это самые опасные действия, напрямую угрожающие безопасности всех участников дорожного движения. У нас по республике акция проходит «Сон за рулем». Поэтому вы издалека едете, местные, да, куда едете. Для уменьшения рисков и в целях профилактики грубых нарушений ПДД в течение лета северо-казахстанские полицейские работают в рамках республиканской акции «Сон за рулем». Вместе с сотрудниками скорой медицинской помощи они круглосуточно проверяют транзитный транспорт, чтобы узнать, как себя чувствуют водители. Последние с пониманием относятся к инициативе сотрудников правоохранительных органов. Самая эффективная рекомендация для участников дорожного движения, несмотря ни на что, съехать с проезжей части, желательно к месту отдыха на 15-20. 20 минут. Водителям важно уметь самостоятельно контролировать свое состояние, предвидеть, анализировать, учитывать и исключать различные негативные сценарии. Уважаемые участники дорожного движения, решить проблему безопасности на наших дорогах можно только совместными усилиями. Равнодушное отношение к правилам дорожного движения может привести к трагическим последствиям. Призываю вас быть бдительными на дорогах и неукоснительно соблюдать правила дорожного движения. С начала года в области зарегистрировано 127 дорожно-транспортных происшествий, в результате которых 17 человек погибли и 179 получили ранения.
6 лет лишения свободы. Такой приговор озвучен судом в отношении североказахстанца, совершившего смертельное ДТП. Трагедия произошла в апреле. Согласно судебным материалам, 33-летний житель района имени Габита Мусрепова был нетрезв, когда сел за руль своего автомобиля Nissan. Ранее его лишили права управления на 7 лет. На сельской улице, проигнорировав знак ограничения скорости не более 30 км в час, он совершил наезд на 50-летнюю местную жительницу. Потерпевшая от полученных травм скончалась на месте. Nissan после столкновения несколько раз опрокинулся. Данный факт был зарегистрирован в едином реестре досудебных расследований по части 5 статьи 346 Уголовного кодекса Республики Казахстан. 13 июня суд приговорил сельчанина к 6 годам лишения свободы. Приговор вступил в законную силу. С начала года, согласно статистике, в области нетрезвыми водителями совершено 9 ДТП, в которых 4 человека погибли и 10 были ранены. Задержаны 117 пьяных автомобилистов. Некоторые позволяют себе игнорировать решение суда и снова садятся за руль, в том числе и в нетрезвом виде. За такое пренебрежение законом следует уже уголовная ответственность. Подобных фактов в текущем году зарегистрировано 18. Более 280 преступлений совершили североказахстанцы в состоянии опьянения с начала года. Большая часть из них – бытовое насилие, хулиганство. Чтобы предотвратить подобные факты, полицейские проводят профилактические мероприятия. Направляют людей, страдающих алкогольной зависимостью, на принудительное лечение. Обычно это делается по заявлению близких родственников. Участковые инспекторы полиции оказывают содействие, обеспечивая прохождение зависимым лицом необходимых процедур. После курса лечения люди не выпадают из поля зрения полиции. Пока наркологи не признают их излечившимися, участковые инспекторы регулярно проверяют их во время подворных обходов, предостерегают от правонарушений. Всего с начала года участковые инспекторы направили на принудительное лечение 132 человека с алкогольной зависимостью. Кроме того, в этом году в области изъято 4822 литра алкоголя. За последние 10 лет в области утонули 216 человек, из них 34 – дети. Все эти случаи произошли в несанкционированных местах для купания. Эти данные привели спасатели. Сегодня они посетили городской пляж, где вели профилактические беседы с отдыхающими, раздавали им памятные листовки. На специальных местах для купания ежедневно дежурят спасатели. Гибель людей на таких пляжах не регистрировалась вовсе. С начала купального сезона спасли 15 человек, из них один ребенок. Все они купались на разрешенных местах массового отдыха, то есть в связи с тем, что там дежурят круглосуточно наши спасатели, есть возможность спасти людей. За этот купальный сезон утонули 2 человека, оба взрослые. Зафиксировали ЧП в областном центре. Последний случай произошел 10 июля. В связи с этим хочется донести до всех гостей, также жителей города Петропавловск, нашей области, убедительная просьба не купаться в запрещенных местах массового отдыха, не нарушать правила безопасности на водоемах, не купаться в алкогольном опьянении, а также присматривать за детьми. Напомним, в Петропавловске только 2 оборудованных места для купания – озеро Пестрое и городской пляж. В области разрешенных мест – 58. Чтобы купание приносило пользу и радость, сотрудники по чрезвычайным ситуациям на постоянной основе проводят акцию «Научись плавать». Активным и любознательным пловцам бассейна они показали и рассказали о правилах поведения на воде. Первая помощь – методы спасания на воде, когда человек еще не утонул, а тонет, что как к нему правильно подплывать, как его транспортировать на берег. Занятие будет проводиться в формате беседы. Ребятам показали водолазный костюм и спасательное снаряжение, а еще наглядно объяснили, как спасти утопающего. Безопасность детей превыше всего, особенно летом. С начала купального сезона сотрудники Департамента по чрезвычайным ситуациям Северо-Казахстанской области обучили более 400 детей. Хотелось бы напомнить жителям города Петропавловска, а также гостям, в том числе родителям, чтобы не оставляли детей без присмотра, сами не нарушали правила безопасности. То есть хотел бы напомнить, что запрещено купаться на необорудованных пляжах, заплывать за буйки, купаться в алкогольном опьянении, то есть подавать ложный сигнал тревоги. Сегодня по области определено 60 мест массового отдыха на водоемах, расположенных на 13 озерах и реке Исиль.